Всем привет! Хочу вам показать еще один розыгрыш стандартного дебюта за черных. Так, опять все стандартно. Здесь разыграно. Вот здесь я перехватил фишку на d4, чтобы убрать доступ на f6. Противник пока себе не возвращает эту диагональ. Он перехватил e3, чтобы потом пойти на b6 и потом вернуть себе доступ на f6. А мы отравим ему ход сюда. Он пытается наверху что-то наиграть. Здесь я делаю в левом верхнем углу зону паритета. И когда он играет на А2, я хожу на Б2. При том, что у меня диагональ вся черная. Паритет за меня. И, как говорится, пробуй, дерзай, побеждай. Но при этом важно видеть, что я не могу сыграть на b6. Если я сыграю на b6, вся эта красивая идея пойдет прахом, и я проиграю. Поэтому здесь мне нужно очень аккуратно все это разыгрывать. Так, как пошла партия дальше? Здесь я пытаюсь себе что-то наиграть. Вот я опять перехватываю диагональ полностью. Здесь я вынужден реагировать, другого варианта у меня нет. И вот здесь смотрим, если противник играет на А6, я опять перехватываю диагональ, и ему здесь придется отдавать мне угол и сторону тоже. Что ему не хочется делать, поэтому он берет А1. Я вклиниваюсь. Дальше он играет на А6. Но теперь, когда я вклинился сюда, у меня есть ход на B6. Весь этот столбец черный. Все это уже мои фишки. И теперь... Да, у него здесь зона паритета в его пользу, он этим пользуется. Но при этом видите, что он уже отдал мне угол А8. И вся эта сторона тоже моя. Играем дальше. Пытаемся здесь себе что-то наиграть. Перехватываем диагональ. Здесь он вынужден... играть на g8, потому что если он сыграет на g7, у меня сразу два хода. И дальше я уже считаю фишки и по количеству выигрываю. 37-27. Победа черных. Такую партию я хотел вам показать. Всем спасибо за внимание.